Овна, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта, это, мои дорогие Овны, это карта дьявола, карта искушения. Посмотрите, вот на начальном месяце у вас могут быть какие-то искушения. Здесь некоторым людям говорится, что вам можно даваться те моменты, те ситуации, которые вы бы хотели, вот, чтобы в вашей жизни, но здесь говорится, что нельзя искушаться. Следующая карта, мои дорогие, шестерка кубка. А шестерка кубков что говорит? Что вы можете вот вспоминать своего прошлого. Вот опять вот вас будет тянуть вот именно вот то состояние, когда было вам в прошлом что-то, знаете, вы не могли отпускать. Вот именно вот по дьяволу здесь говорится то, что здесь может быть то состояние из прошлого, когда вы не могли отпускать человека, или вы не могли вот какой-то вот именно в работе или вот оставить вот в прошлом. Следующая карта, мои дорогие, для вас. И это карта шестерка жезлов. А здесь может быть касаться тема то, что отношения, именно прошлых отношений. Смотрите аккуратно, потому что вот именно может быть прошлое что-то из вашей жизни, может именно в начале ноября вот может появиться. Вот здесь говорится, как даже совет можно сказать, что не искушаться, не поддаваться опять в те же чувства, в те же эмоции, потому что здесь может быть, некоторые люди могут выпивать, или то, что могут даже вот иметь вот отношения свои, а вот попасть в те же моменты, вот может появиться человек из прошлого, и вы опять можете вот вернуться в том месте. Следующая карта, мы посмотрим на середину, что вас ожидает на середине месяца. Паш кубка. А паш кубка говорится, вот поэтому и дается то, что вот даже дальше говорится то, что здесь может быть у вас были вот отношения, но здесь касается, может быть, тема треугольника. Здесь может быть то, что или вы были как третий человек, или человек, который с вами был, он имел свою семью или свои отношения вот постоянные. Но здесь смотрите аккуратно, вот именно то, что касается, чтобы вы опять не попали вот в то состояние из прошлого. Следующая карта для вас, мои дорогие, и семерка жезлов. Но смотрите, даже то, что вам тяжело на середине месяца, даже то, что вы понимаете, что вот это прошлое, что вам как бы вот на середине месяца понимаете, что она ничего хорошего из этих отношений, все-таки вы преодолеваете вот эти именно трудности. Вот именно вот вы начинаете вот отпускать, вот даже вот, знаете, вот состояние такое, что, конечно, бы и не хотели отношения вот оставить в прошлом, но вы понимаете, что вам трудно быть в этих отношениях, вот, которые у вас были. Следующая карта, мои дорогие, для вас. И это туз пентакли. А туз пентакли говорится, у вас будет шанс. Но смотрите, шанс здесь может говориться для того, чтобы вы чего-то вот как бы оставили, именно вот по поводу, потому что здесь идет, как касается отношения, вы должны вкладываться в работе. Вы должны больше вот начинать свои, знаете, вот мысли, думать больше о работе. Больше то, что у вас может быть шанс какой-то, то, чтобы на новую работу, где вы вот выстраиваться, где там может быть, где вот даже может быть середина говорит, что там, где вы находитесь на том работе на данный момент, у вас есть человек, которому вы можете доверять. Даже то, что вам тяжело, даже то, что вы осознаете, что не так это легко оставлять в прошлом все, что было. Вот как бы то, что вот эти чувства ваши. Но здесь есть человек, которому может доверять, и вот именно вот рассказывать, что вы легче оставили вот эти отношения. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, это пятерка кубков. Пятерка кубка и говорит, даже то, что вам больно, даже то, что вам тяжело,
нужно все это оставлять. Потому что ни к чему хорошего, вот именно в конец ноября, вам ничего не дается. Вам больше, вот, больше идет вот эти трудности, именно вот внутреннее состояние, больше вам как бы дается то состояние, когда вы не двигаетесь вперед, вы не даете этот шанс, чтобы вы начали чего-то нового. Следующая карта, карта императора. И вот карта императора говорит, даже то, через эти трудности, то, что у вас вот это дается нелегко, вот здесь нужно контролировать вот именно ваше состояние, именно вот нужно быть чуть уверенной в себя, то, что у вас это получится, даже если это тяжело, даже если это иногда не получается, нужно двигаться вперед. И, конечно, мои дорогие, мы возьмем карту совета для вас и посмотрим, что вам высшие силы вам подсказывает. Вот, конец месяца, высшие силы говорят, возьмите какую-то паузу, вкладывайтесь больше вот именно в финансы, больше вот в работе, осознаете, что на именно вот на ноябрь месяц вам больше нужно вот обращать внимание на работе, потому что здесь идет шанс, то, что вы должны это вкладываться, как бы чтобы отпускать ваше прошлое, почему? Потому что здесь уже начало месяца дается искушение у вас, и вы должны это понимать, что ни к чему хорошего вот вас не приведет. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Тельцы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас – шестерка мечей. Шестерка мечей уже показывает на начало месяца, что вы решили идти вперед. То, что вы двигаете вперед. То, что вы приплываете к другим берегам. Но смотрите, у вас может быть в вашей жизни даже на данный момент какая-то проблема. И знаете, вы как будто хотите убегать от этой проблемы. Но все равно, если даже вы уйдете, даже то, что вы будете двигаться вперед, проблема никак не решится. Поэтому высшие силы говорят вам, сначала для того, чтобы вы двигались вперед, решайте ту проблему, которая уже у вас есть на начало месяца. Следующая карта и карта Солнца. А карта Солнца показывает, здесь может касаться то, что у вас есть какая-то проблема именно с семьей. Именно, может быть, здесь даже, знаете, у вас может быть то, что с детьми. Потому что здесь как будто вы показываете, что вы убегаете от того, что вы не хотите какое-то прояснение. Даже, знаете вы не хотите узнать ту правду, которая она на самом деле вот на начало месяца. Вы как будто от этого убегаете. Следующая карта для вас, мои дорогие, и карта умеренность. Началом ноября говорится, не нужно уходить, нужно вот решить ту проблему, которая у вас сейчас на данный момент. И здесь говорится то, что еще все зависит только от вашего решения. Никто вам не поможет, кроме самого себя. Следующая карта мы посмотрим, мои дорогие, на середине месяца, что вам высшие силы подсказывают. И десятка пентаклей. Почему я сказала, что здесь это касается темы семьи? Потому что здесь ваша стабильность. Контролируйте вашу стабильность, контролируйте ту состояние, потому что, знаете, вы не хотите решать вашу какую-то проблему. Вы думаете, что оставлять все, как есть на данный момент, вы решите это, но на самом деле это не так. Следующая карта, мои дорогие, на середине мы посмотрим, это семерка мечей. Семерка мечей показывает то, что смотрите аккуратно, потому что рядом с вами может быть какая-то женщина, как будто вытаскивает из вас энергию, как будто забирает что-то, знаете, вот здесь может быть и даже касаться и темы финансов, может быть то, что вот именно, то, что вот перепадок, то, что у вас настроение может быть. Здесь смотрите аккуратно, потому что рядом с вами может быть какая-то женщина, но это, смотрите, это из вашей семьи, вот именно из вашей семьи эта женщина. Следующая карта, мои дорогие, повешенный. А повешенный показывает. Она старается, знаете, как будто, чтобы вы не двигались вперед. И именно как будто она закрывает, чтобы вы находились там, где вы сейчас находитесь. И она вот именно по-хитрому использует все методы, которые можно. Может здесь даже детей вот именно манипулирует, именно с детьми. Посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие тельцы, что вас ожидает.
Десятка жезлов. А десятка жезлов и показывает. Вы не видите дороги вперед. Вам настолько тяжело, вам настолько, знаете, ваше состояние, вы не понимаете, что вокруг вас. А почему вы не понимаете, я и сказала, то, что здесь есть кто-то, кто старается, чтобы вы это не понимали. Здесь как будто даже старается женщина вас подвешивать в таком состоянии, чтобы вы реально не понимали, что есть в вашей жизни. То, что происходит в вашей жизни. Вот поэтому и говорится, не нужно убегать, а нужно вот именно ваше состояние, вот именно вашу проблему, там, где вы находитесь, вот ее решать. Посмотрим следующая карта, что у вас наконец это самое. Король мечей. А король мечей показывает ваша хладнокровность. Здесь нужно брать, вот знаете, ответственность и понимать, стоит вам быть в той семье, стоит вам находиться рядом с человеком, который вы понимаете, что это ваш человек, или не стоит. Потому что здесь все-таки все зависит от вас. Вам дается вот именно в конец месяца, вот ноября, чтобы вы понимали, что надо что-то уже решать, надо что-то делать. Потому что сидеть на месте у вас ничего. И убегать от этой проблемы тоже вы ничего не решите. Посмотрим, что вам высшие силы подсказывают вот на конец месяца, что вам нужно сделать. Ваш совет. Восьмерка кубка. А знаете здесь, почему вот вы не видите дороги? Потому что здесь говорится, убирать чего-то из вашей жизни. Вот именно высшие силы дают такой совет, то, чтобы вы начали уже пора, действия какие-то убрать из вашей жизни. Если не нужно там людей, которые вы понимаете, что ничего хорошего вам. Или даже на том работе, где вы находитесь, вот убрать те моменты, которые вам не нужно. Но здесь я не говорю по этой карте, что нужно все убрать, все люди, которые... Вы должны понимать тех людей, которые вот именно, знаете, крадут вашу энергию. И именно по-хитрому хотят, знаете, украсть именно, может, даже вот по финансам здесь может быть то, что они как бы вас обманывают. Поэтому, мои дорогие, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываем на канале. Близнецы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, двойка жезлов. Двойка жезлов показывает какую-то привязанность. Знаете, вы как будто привязаны на том месте, на той работе, где сейчас вы находитесь. Но смотрите, здесь еще показывает, что вам в будущее все-таки придется какой-то выбор. Вот на начало месяца, вот ноября, уже у вас и пойдет вот тема, что у вас будет нужно какой-то выбор сделать. Посмотрим следующая карта, что нам говорится это, мои дорогие близнецы. Королева кубков. А здесь вот привязаны почему? Благодаря вашей мудрости, благодаря вашей знания, вы понимаете уже, как двигаться вперед. Вы осознаете, знаете, даже вы контролируете именно ваше внутреннее состояние, именно ваши эмоции. Даже то, что вы понимаете, что скучаете по ком-то, или даже по том месте, где вы раньше были, вы сейчас вот настолько вот готовы, настолько осознаете, что вам пора уже как бы двигаться вперед. Следующая карта, мои дорогие, на начало месяца. Близнецы, туз кубков. А туз кубков показывает, вы наполнены энергией. Ваша чаша полная. Здесь я могу сказать больше про женщину говорить, потому что здесь говорится то, что женщина уже наполнена. Женщина уже правильно понимает даже то, что у него это привязка. Или даже не то, что здесь может быть то, что вам, скорее всего, придется в ноябрь месяц какой-то выбор сделать, вы правильно поступите. Вот самое главное, вот обдумывайте, знаете, правильно решите этот выбор, который вам будет нужен сделать. Следующая карта, мои дорогие близнецы.
на середине месяца эту жезл. А середина показывает: берите жезл в ваших руках, идите вперед. Знаете, здесь, может быть, были люди, которые хотели вас сломать, но благодаря вашей стержень у них это не получилось. Благодаря вашей, знаете, внутреннее спокойствие, внутренняя, вы знаете, гармония, которая у вас есть, вот у людей это не получалось. Хотя здесь может быть то, что была какая-то женщина, где хотела вас привязать к кому-то. Вот еще такой здесь вариант может быть. Следующая карта на середине, мои дорогие, это рыцарь кубка. Плыть по течению, как рыба в воде. Знаете, здесь говорится, вот именно то, что в середине, то, что вы берете жезл в ваших руках и идете вперед. То, что как происходит, то, что как это дается, вы идете вперед. Но здесь говорится то, что о чем? То, что вы уже настолько выросли, настолько понимаете, что стоит мне где-то молчать, а стоит мне где-то этот, ну, знаете, правильный выбор сделать вот именно так. Вот здесь мне даже расклад, вот знаете, вот так открывается очень для вас хороший. Почему? Потому что здесь вот именно вы понимаете, как правильно сделать. Следующая карта на середине, мои дорогие близнецы, это десятка мечей. А десятка мечей что показывает? После какого-то разочарования, после какой-то боли, после какой-то, знаете, даже эти 10 мечей хуже, чего, не может быть, я могу сказать. Вы уже это и получаете. Но здесь тоже смотрите аккуратно, может быть, еще касаться каких-то отношений, где вы очень сильно их хотите. И на самом деле после этого вы можете получить вот именно это разочарование. Вот вы можете, знаете, даже ошибаться в того человека, который у вас на данный момент есть эти отношения. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, мои дорогие. И это шестерка мечей. А шестерка мечей показывает то, что вы вот именно, даже могу сказать, что решили вот именно эту, по поводу этой привязки, вот вы решили все-таки идти вперед. Вы не останавливаетесь, вы уже понимаете, что даже если больно, даже бывает то, что в жизни трудности, даже то, что бывает, то не идет так, как нам хочется, и нам это, и больно, и тяжело. Вы идете вперед, вы не останавливаетесь. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас на конец месяца. И это пятерка жезлов. Смотрите аккуратно, потому что вот именно конец месяца ноября может быть рядом с вами люди, которые им не понравится ваше спокойствие. И они будут так делать, вывести вас на эмоции, чтобы вы конфликтовали. Но здесь дается, говорится, смотрите аккуратно. Не вступайте в этот конфликт, потому что если вы можете вступать в этот конфликт, вы можете вот это разочарование получить. Следующая карта, мы посмотрим карту совета, что вам высшие силы подсказывает. Туз Пентакли. А Туз Пентакли дается вам вот именно конец месяца, вот именно высшие силы, говорится, дается шанс в работе, дается то, что вы вкладывали, что больше вот это именно не думали про эти отношения, которые у вас есть вот на данный момент, вот именно в начале месяца, а вот вкладываться в работе. Потому что вы, если будете больше идти в работе, больше понимать, что вы должны двигаться вот именно по финансам, вот то, чтобы что-то вот достичь, знаете, у вас это и получится, и отношения. Но если вы будете останавливать, циклиться вот именно на эти отношения, вы можете потерять. Смотрите аккуратно, поэтому и ваш совет дается, высшие силы. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Раки, приветствую, мои дорогие. Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая ваша карта, мои дорогие, пятерка кубков. Пятерка кубков может показать то, что в начале месяца ноября может быть у вас какие-то, знаете, вот состояние, то, что именно по родовой линии, или то, что или с семьей, или то, что у вас могут быть какие-то конфликты, где вам будет это тяжело решать. Вот следующая карта, мы посмотрим, и это точно мы скажем, что у нас это...
туз пентаклей. Здесь может быть то, что вам потребуется какие-то финансы вкладываться, именно или отдать кому-то из вашей семьи. Но вам для этого будет тяжело отдавать. Вам будет это трудно, эти именно финансы вот отдавать. Следующая карта, мои дорогие, на начало месяца октября, мои дорогие раки, это умеренность. Но все зависит от вас. Знаете, здесь вот отдать эти финансы или не отдать, это все только от вас зависит. Потому что никто, кроме вас, не может это решить. Только вам нужно, знаете, то, чтобы вы не получили вот именно это состояние, то, что вам тяжело, вот, вам нужно это обдумать, вам нужно эти решения правильно принять. Вот если даже вы хотите вкладываться именно то, что вы хотите вот именно в семью что-то вкладываться, сначала обдумывайте это. Потому что здесь может говориться вот в начале месяца то, что вам будет это какое-то, знаете, вот, ну, именно состояние вот такое тяжелое. Следующая карта, мои дорогие раки, для вас на середине месяца. Туз жезла. Туз жезла и показывает. Берите жезл в ваших руках. Знаете, благодаря вашей вот именно вот это стремление, благодаря то, что вы не останавливаетесь, то, что вы двигаетесь вперед, то, что вы понимаете, что вы должны это делать, даже если это, знаете, ситуация вам тяжело решать, вы идете вперед, вы не останавливаетесь. Следующая карта, мои дорогие, для вас на середине месяца, это тройка жезлов. Тройка жезлов, это и говорится на середине, то, что вы уже сделаете этот выбор. И вы уже, даже если не захотите его, вам придется его сделать, потому что здесь идет и вам дается новые какие-то испытания, вот, чтобы вы сами брали вот эту ответственность, чтобы вы понимали, что вам уже сами вы должны чего-то решать. Вы как бы никто за вас не может решать, если вы что-то не хотите делать. Если даже поменять чего-то в вашей жизни, это только тоже от вас зависит. Следующая карта, моя дорогие, на середине месяца, это королева мечей. А королева мечей может быть то, что касается, здесь может быть, если для мужчины, может быть то, что вы захотите с вашей прошлой женщиной что-то решать, вот сделать какой-то выбор. А для женщины здесь говорится то, что относитесь чуть хладнокровно. Мои дорогие женщины-раки, если вы понимаете, что вам стоит быть там, на том месте, где вы сейчас находитесь, или не стоит, это только от вас зависит. Но вы больше здесь говорится вот именно разум, вот именно вот обдумывать то, что вам нужно. Потому что здесь не нужно эмоции, а именно вот хладнокровность вот включать, чтобы вы этот выбор сделали. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие раки, это король мечей. Знаете, вы и хотите вот, чтобы решать вот что-то, вот почему вот даже сделать этот выбор. Здесь может даже еще касаться, что вот именно какие-то бывшие отношения. То, что у вас может быть вот именно будет сделан выбор между вами, вот именно как пара. Или вы идете дальше как пара, или вы вот именно эти отношения как бы ставите конец. Вот именно вот середина будет этот выбор сделан у вас. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это верховный жрец. Вера в себя. Вы должны уже начинать верить в себя. Вот конец месяца говорит, начинайте верить в себя. Начинайте верить в то, что у вас это может получиться. То, что если вы решили как пара, что у вас нету никакие, знаете, отношения, которые вам что-то хорошее. Вот, то, что они ни к чему. Вот, даже вот если вы как будто остановились на том месте, где вы сейчас находитесь. Значит, вам здесь нужно поверить. Или дать возможность этим отношениям идти дальше, или просто вот сделать выбор, что каждый идет по своей дороге. Следующая карта, мои дорогие, мы посмотрим, это карта совета, что высшие силы вам подсказывают на конец месяца. Это верховная жрица. Верховная жрица, знаете, здесь вот ваша интуиция, включите вашу интуицию, включайте вашу мудрость. Почему? Потому что вы понимаете, что что-то идет не так. И высшие силы это говорят вам для того, даже чтобы обретать какую-то счастливую семью, чтобы, где были, чтобы родились дети, чтобы даже если вот, может быть, у вас были, вы расстались раньше, и вы как бывшие считаетесь. Здесь говорится,
Включайте вашу интуицию и понимайте, что вам нужно вот именно на данный момент, вот именно на конец месяца, вот ноября. Конечно, мои дорогие раки, это общий расклад, но для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас семерка кубков. А вот начало месяца, ноябре, вы как будто летаете в облаках. Вы как будто, знаете, фантазируете что-то, то, что на самом деле нет у вас в вашей жизни. Здесь высшие силы говорят вам, не нужно, знаете, нужно жить то, что у вас есть. Не нужно фантазировать, потому что это вообще не на самом деле то, что может быть. Следующая карта, мои дорогие львы, для вас, и это карта Верховный Жрец. Здесь может быть человек, который хотят вас манипулировать, который, знаете, хотят вас сделать так, как ему хочется. И здесь может быть касаться тема какой-то магии. Почему? Потому что здесь идет то, что здесь человек хочет, знаете, вас сделать как ему хочется. Мы сейчас дальше посмотрим, что это. Ну, здесь как будто подавление воли есть, как будто человек, это у вас вот такое состояние, то, что вот следующая карта, мои дорогие львы, для вас. Это Паж Пентакли. А Паж Пентакли что говорит? Не сидеть в бездействии. Почему? Здесь может быть то, что вы, даже может быть то, что вы фантазируете, здесь может быть то, что вы настолько поверили в себя, что у вас все это получится, то, что вы хотите чего-то открыть, чего-то добиться. Но здесь говорится, нужно сделать какие-то действия, какие-то шаги, а не сидеть вот на том месте, который вы находитесь. Потому что здесь, если вы будете сидеть, и вы больше будете фантазировать то, что вы можете больше, чем это, то вы ничего не достигнете. Следующая карта, мы посмотрим, мои дорогие львы, на середине месяца. Это карта Рыцарь Мечей. А Рыцарь Мечей, что говорится? Боритесь за свое место под солнцем. Вы знаете, даже то, что мне эта карта нравится, почему? Потому что даже то, что вам тяжело, даже то, что вам это не так легко получается, вы боретесь. Вы боретесь, чтобы добиться каких-то новых вот знаний. Вы боретесь добиться какую-то новую работу. Или вы боретесь, чтобы что-то узнать. Потому что все-таки вам, знаете, не все ясно. Знаете, вы больше вот именно живете в тех фантазиях, которые у вас в голове. И вы как бы хотите что-то узнать. Следующая карта, мои дорогие львы, на середине месяца. Это у нас карта десятка кубков. Конечно, после дождя всегда выходит радуга. Я могу сказать так, что здесь может быть то, что даже вот эти фантазии, то, что вы очень сильно поверили, может быть то, что по поводу каких-то отношений, вы можете думать, что что-то будете вкладываться, то, что вы будете бороться, то, что вы можете подать кому-то какую-то информацию, вы можете вот обрести эту семью. Но не нужно сильно поверить так настолько, то, что у вас это может получиться. Вот именно по поводу каких-то отношений, или даже может быть то, что вы имеете каких-то отношений на данный момент, и думаете, что если вы больше будете вкладываться, то у вас может быть это как семья. Но это только ваши фантазии, а не то, что вот на самом деле. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца — пятерка пентаклей. Вот на середине месяца и говорит, если вы будете настолько уверен, что у вас это все получится, вы можете, вот знаете, вот это пустые надежды у вас могут быть по поводу этих отношений. Здесь говорится середина, смотрите аккуратно, почему? Потому что это только ваше, ну то, что у вас происходит, а не на самом деле. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца. И мы посмотрим, что у вас. Это восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей говорит, благодаря вашему мастерству, благодаря то, что вы человек, который знаете, не останавливается, вот вы добьетесь тех результатов. Но конец месяца вы как будто думаете даже в чем-то, даже если касается этой работы, если здесь отношения, вы как будто думаете, ну я вкладываюсь, вот я хочу
хочу, чтобы это лучше было, но я никакого результата не, у меня как бы ничего не получается, я не вижу ничего хорошего. Но здесь говорится, самое главное, не остановиться, идти вперед, потому все в свое время вы получите свои результаты. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца. Восьмерка мечей. А восьмерка мечей вы говорит то, что вы вот почему. Конец говорит то, что вы горите изнутри. Вы как будто не видите вот именно то, что вы в чем вкладываете, вы как будто не видите этот результат. И вам настолько плохо, что вы как бы ничего не хотите. Но по этой карте можно говорить, что здесь только нужно чуть-чуть прислушиваться, нужно открыть глаза. Почему? Потому что эта проблема можно решиться. Только нужно вот началом месяца убрать вот эти именно ваши фантазии. Конечно, мои дорогие львы, посмотрим, что вам высшие силы подсказывает. Что вам, какой совет высшие силы дает в конец месяца? Туз кубков. Туз кубков и говорится. Знаете, даже если вы хотите получить эти отношения, даже то, что вы боретесь, чтобы эти отношения были как стабильные, то, что были как семья, здесь говорится, больше нужно, знаете, решать эти проблемы. Достичь вот именно вот эта полная чаша, нужно вот работать на это, а не останавливаться. Конечно, мои дорогие львы, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываем на канале. Девы, приветствую вас. Давайте вместе посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас – Паж Жезлов. А Паж Жезлов говорится то, что в начале месяца вы должны прислушиваться. Даже если кто-то человек какой-то рядом, где здесь может быть какой-то человек моложе вас, может быть, какой-то совет вам дадут, и вы должны прислушиваться. Или вы должны, знаете, даже прислушиваться внутренне ваше состояние, знаете, даже внутренний ваш голос, что вам говорит. Вы как будто сидите на месте, вы слушаете, да, вы прислушиваетесь, но вы никакое движение не делаете. Вы как бы стоите на том же месте. Следующая карта вот для вас, мои дорогие девы, на начало месяца. Это карта мира. И уже если вышла эта карта, тоже посмотрим. Карта мира показывает, разрушить или сохранить ваше состояние. Все зависит от вас. Все зависит только от вашего внутреннего вот именно состояния. Почему? Потому что вы даже знаете, вот думаете, вам кто-то сказал, да, ага, ну я сделала правильно свое мнение. Но вы сидите на месте, вы ничего не делаете. Все зависит только от вас. Если вы прислушиваетесь, даже вот, может быть, какие-то сны вам, вот, может даже кто-то посоветует что-то. Но все зависит все-таки от вас. И вот если следующая карта у нас, карта повешенная. Карта повешенная показывает. Вам именно вот начало месяца ноября нужно будет подвешивать какую-то ситуацию в вашей жизни. Вот именно нужно будет паузу какую-то для того, чтобы вы не разрушили ваш мир, чтобы вы не разрушили ваше состояние, которое у вас есть на начало месяца. Следующая карта мы посмотрим, мои дорогие девы, на середине месяца. И это пятерка кубков. А вот почему дается, чтобы вы на середине месяца не дошли до вот этого состояния, то, что вам больно, вы должны подвешать что-то. Вот вы должны сохранить вот этот ваш внутренний мир. Следующая карта, мои дорогие, на середине. Эта карта у нас тройка пентаклей. Тройка пентаклей показывает, может будет нужно вам, знаете, какую-то помощь. Здесь может быть именно касаться то, что вы хотели какую-то дополнительную работу, с кем-то вот именно работать. Даже может быть касаться, что вы, может, маленький бизнес, вот вы вот с семьей, и у вас это не получается. Вот именно начало месяца говорит, подвешивайте, чтобы вы понимали, что вы должны на середине месяца делать, и что вот именно вот это состояние вам и будет это больно вот середина ноября.
Следующая карта, мои дорогие, это туз жезлов. Но я бы сказала, не нужно расстраиваться, потому что вот все-таки даже то, что вам больно, то, что даже то, что вы бы хотели улучшить, то, что здесь может быть то, что вы хотели, или там дополнительную работу, или какие-то знания улучшить, здесь не нужно расстраиваться. Здесь может быть то, что были люди, которые против того, чтобы вы сделали что-то новое в вашей жизни. Но здесь все-таки говорится, берите жезл в ваших руках. Берите вот эту ответственность, то, что вы сами решаете, что вам нужно делать, чем вам нужно заниматься. И не нужно на кого-то рассчитывать. Следующая карта мы посмотрим, мои дорогие, это на конец месяца. Это у нас четверка мечей. Четверка мечей показывает. Берите какую-то паузу. Здесь почему я и сказала, даже начало говорится, подвешивать. Вот именно берите вот ту паузу, если вы понимаете, что вы пока не можете вот именно вот это состояние, вот именно вот эту какую-то проблему, потому что бывает в жизни, когда не получается, как нам хочется, не получается то, как мы хотим. Вот здесь и говорится, вот именно конец месяца, отдохни чуть-чуть. Если вы хотите на каком-то, даже там 2-3 дня, вот до 4 дней отдыхать где-то, вот берите это время, вот берите, отдыхайте, приходите в себя и начинайте вот с новыми силами. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, девятка пентаклей. У вас вот с финансы как бы, хорошо, но вы не уверены в себе. Вы как будто сидите в бездействии. Здесь может быть, что вы тоскуете по каких-то отношениям. Знаете, вы почему не хотите двигаться вперед? Почему? Потому что у вас вот именно то, что вы вспоминаете чего-то. Вы думаете, что даже если вы будете как-то ставить что-то на паузе, все-таки никакое продвижение не будет. Но здесь говорится, не сидите в бездействии, потому что вы можете именно потерять, даже именно каких-то касается именно финансов, вы можете это потерять. Следующая карта, мы возьмем карту совета, что вам высшие силы подсказывает, мои дорогие девы, на конец месяца. Это восьмерка кубка. Убрать вот именно какие-то прошлые ваши состояния. Вот знаете, вы как будто, знаете, в бездействии. Почему? Потому что вы все-таки вспоминаете ваше прошлое. Высшие силы подсказывают. Убирайте что-то из вашей жизни. Если касается то, что вам нужно что-то поставить на паузу, ставите. Обдумывайте, отдыхайте. Приходите в себя, знаете, вот после какого-то состояния. Но не нужно сидеть в бездействии. Потому что почему? Даже если вы будете сидеть в бездействии, у вас ничего не получится. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Весы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас, мои дорогие, рыцарь кубков. Начало месяца, ноябре, показывает, что вы должны плыть как рыба в воде. Вы должны оставить вот именно ваше внутреннее состояние, именно ваше вот то, что, знаете, то, что происходит на данный момент в жизни, вы должны оставлять так. Почему? Потому что здесь показывает, что здесь или может еще касаться, что может быть, вы получите информацию вот на начале месяца по поводу каких-то отношений. И если вы как бы не должны бороться узнать вот именно эту информацию, а должна вот сама, чтобы эта информация к вам поступила. Следующая карта, мои дорогие, на начале месяца. И эта карта у нас двойка пентаклей. Двойка пентаклей говорит то, что даже если это касается рабочих моментов, вы должны это контролировать. Вы должны оставлять именно вот на данный момент так, как оно происходит. И в начале месяца, вот именно в ноябре, показывает, что вы должны держать это равновесие. Потому что здесь тоже говорится, что если вот вы захотите что-то больше вот узнать, или больше сами вот вы захотите вот именно спешить какую-то ситуацию, вы можете, если сделаете шаг влево, шаг вправо, вы сами можете потерять. Следующая карта, мои дорогие, для вас весы.
на начале месяца, ноябре, это семерка мечей. А семерка мечей показывает то, что почему. Вы как будто захотите узнать, знаете, как будто даже вы сами может по-хитрому поступить. Или рядом с вами может быть человек, то, что может вас обмануть по поводу этих отношений. Смотрите аккуратно, потому что здесь может и как бы... Или вы можете кого-то обмануть, и может что-то не то, знаете, рассказать и по-хитрому поступить. Или с вами могут так поступать. На это обращайте внимание в начале месяца, ноябре. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, колесо фортуны. Колесо фортуны говорит, фортуна на вашей стороне на середине месяца. Но все зависит от ваших действий. Все зависит, как вы будете думать и как вы будете действия вот эти делать или как вы будете поступать. Потому что, знаете, колесо может крутиться. Все зависит от наших действий. Следующая карта. Но фортуна вас поддерживает. Вот именно в середине месяца фортуна на вашей стороне. Следующая карта на середине это паж Пентакли. Не сидите в бездействии. Пора уже начинать чего-то делать. Пора уже вот сделать, осознать, что если вы не будете никакие движения вперед сделать, то вы можете так и сидеть на том месте, где вы сейчас находитесь. Поэтому осмотрите аккуратно те люди, которые рядом с вами, или то, что вы делаете. Почему? Потому что вам колесо фортуны дается, вот, даст шанс, чтобы вы чего-то делали в вашей жизни. Но все зависит от вас. Здесь, да, конечно, небольшая сумма, но вы можете потерять это, какие-то маленькие финансы. Следующая карта на середине месяца – это двойка кубков. Двойка кубков показывает, что обращайте внимание на внутреннее ваше состояние. Больше доверяйте ваше внутреннее, вот именно вашей интуиции. Больше доверяйте то, что если вы понимаете, что что-то не то, что человек что-то неправильно с вами сделает, что вы что-то догадываете, что здесь что-то нечисто, вот обращайте внимание. Почему я вам говорю, что здесь вы можете потерять какие-то финансы. Но вы, знаете, можете потерять эти финансы именно по вашей вине, потому что вы доверяете человекам, которые вы сами допускали рядом с вами. Следующая карта это на конец месяца. Это у нас карта умеренность. Вот поэтому и говорится, все зависит от вас. Сделайте эти какие-то действия или не сделайте, это все вы должны решать. Правильно вы поступите или неправильно, тоже от вас зависит. Но контролировать именно ваше внутреннее состояние или контролировать то, что даже то, что происходит вокруг вас, это только от вас зависит. Потому что колесо фортуны дает вам эту возможность. Она вам даст вот этот шанс, чтобы вы одержали чего-то в вашей жизни. Но все зависит от вас. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие весы. Верховная жрица. Прислушивайтесь к вашей интуиции. Потому что она подсказывает вам то, что у вас что-то есть рядом, где неправильно с вами поступает. Здесь больше всего не то, что вы кому-то будете по-хитрому что-то, а именно рядом с вами есть кто-то, вот, где что-то, может быть, даже скрывают от вас. Здесь, смотрите, может быть касаться то, что какая-то женщина даже может скрывать от вас. То, что именно, чтобы вы, знаете, не узнали чего-то. Следующая карта, мы посмотрим, и карта совета для вас, мои дорогие весы, что вам высшие силы подсказывают. Это у нас туз жезлов. Вот туз жезлов и показывает. Берите жезл в ваших руках. Берите вот именно ваше решение, то, что как вам нужно правильно поступать. Потому что высшие силы говорят в конец, все зависит от вас. Сделайте вы это правильно или оставите, чтобы люди вас обманули. Все зависит от... Но прислушивайтесь к вашей интуиции. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие Скорпионы, это паж кубков. Паж кубков показывает, что на начало месяца, вот именно ноябре, у вас может быть то, что какие-то отношения, но это легкого формата. Здесь говорится тоже, вот обращайте внимание, потому что не нужно сильно увлекаться именно этими, этих отношений.
потому что здесь может касаться тема треугольника. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, двойка кубков. Я поэтому и говорю, что здесь может быть тема касаться отношений, но эти отношения вы должны все-таки пройти. Все-таки, знаете, вот именно эти отношения, они все-таки должны быть. Это не от вас зависит. Вот следующая карта, мои дорогие, для вас. Это Верховный Жрец. Верьте в себя. Здесь именно начало месяца ноября говорится, что вы должны поверить в себя. Для того, чтобы вы получили вот эти отношения, которым, чтобы они были доверительные, чтобы, знаете, здесь может быть у вас рядом, у тех людей, которые есть отношения, у вас может быть этот человек, которого вы можете доверять. Но вы как будто все-таки ищете на стороне, вы как будто не останавливаетесь на тех отношениях, которые у вас есть. Вы как будто все-таки ищете, вам нужно чего-то новое. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, это на середине месяца. Тройка кубков. Здесь все карты говорится о том, что у вас могут быть какие-то искушения по поводу того, что тема здесь отношений треугольника. И для женщины, и для мужчины здесь может быть то, что вы можете входить в этих отношения, но будьте аккуратны, потому что здесь не очень-то хорошие карты. Я могу сказать, почему? Потому что даже если будете увлекаться вот именно этих отношениями, вы можете потерять чего-то в вашей жизни. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, на середине месяца, это карта Солнца. А карта Солнца показывает то, что вы можете потерять, знаете, отношения с вашими детьми. Вы можете потерять отношения именно с той семьей, которая у вас есть. Почему? Потому что они могут начинать прояснить вашу ситуацию. Они могут понимать, что с вами что-то происходит не то. И они могут вот именно сделать так, чтобы вы об этих вот именно отношениях сами рассказали. Почему? Потому что они дадут этот выбор, чтобы вы начали верить в себя. Почему? Потому что они хотят, чтобы вы, знаете, вот прояснили эту ситуацию, объяснили вот именно эту ситуацию, то, что у вас. Но здесь, смотрите, аккуратно для скорпиона, здесь касается тема треугольника. Следующая карта, мои дорогие, это карта Луны. А карта Луны показывает то, что вы будете страхом. Вот середина показывает то, что вы все-таки будете вот войти в этих отношения, но, знаете, вы будете обманывать. Знаете, вы будете скрывать. И даже вот то, что то состояние, которое вы будете скрыть, у вас вот именно голова, ну, знаете, вы не будете понимать, что вам сделать. Или там прояснить эту ситуацию и рассказать то, что происходит. Или на самом деле вот молчать. Но все-таки середина говорится то, что вы будете это скрывать. Вы эту как бы, вот именно то, почему будете скрывать, потому что вы боитесь, вы в страхах. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, это для вас на конец месяца. Эта карта у нас карта дьявола. Карта искушения. Я поэтому и сказала, что у вас будет вот именно середина непонятно. Почему? Потому что вам дается те искушения, то зависимость, которую вы не можете убрать из вашей жизни. Здесь и говорится, для того, чтобы вы не потеряли вот именно даже ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее спокойствие, вот именно из-за каких-то легких отношений, вы должны поверить, нужно верить, что вы можете закрыть эти отношения, вы можете уйти от отношений. Почему? Потому что вы, если вот сделаете вот неправильный шаг, вы можете потерять что-то из вашей жизни, или общение с вашими детьми, или то семья, которая у вас есть. Следующая карта, мои дорогие, для вас, это карта четверка жезлов. И почему я сказала, что вы можете потерять вот именно того человека, который рядом, который вы можете рассказать все, что у вас на душе. Вы можете, знаете, если это не семейные отношения, здесь даже если вот у вас есть стабильные отношения, вы можете этого человека потерять. А из-за чего? Вы можете потерять из-за ваших эти искушений. Потому что вы как будто все-таки ищете что-то новое для себя. Вы не можете остановиться вот на том месте, если вот у вас есть вот эти отношения. Конечно, мы возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывают для вас, мои дорогие скорпионы.
рыцарь жезлов, бороться. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что вы понимаете, что ваши эти страхи, вы должны поверить, что вы можете убрать вот именно вот эти тайные отношения. Вот то, что вы можете бороться, вы можете даже то, что если горите изнутри, вы должны это сделать, вы должны вот уже принять какие-то действия. Здесь даже вот не то, что говорится, что вы должны пора... Для того, чтобы вы не потеряли вот именно те стабильные отношения, которые у вас есть, чтобы это у вас внутреннее состояние не горело, вы должны уже принять решение. Поэтому высшие силы и дают вам советы. Не стоять на месте, принять какое-то решение и закрыть вот именно тему вот треугольника. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Стрельцы, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, десятка пентаклей. Десятка пентаклей показывает ваша стабильность, ваше благо. Вот именно начало месяца показывает, что здесь может быть, будет касаться именно ваших отношений, которые на данный момент, они как бы стабильные. Даже если это касается финансы, здесь будет вот то, что у вас уже на начале месяца ноября, у вас есть вот эта стабильность. У вас она как бы, знаете, держится очень хорошо вот на начало месяца, вот ноябре. Следующая карта, мои дорогие, для вас туз мечей. А туз мечей здесь говорится, вы сам хозяин вашей жизни, вот на начало месяца ноября вы сами вот решаете. Обрубить чего-то из вашей жизни или оставлять так, это все зависит только от вас, не от кого-то, а именно ваше решение. Следующая карта, мои дорогие, для вас, стрельцы, это тройка мечей. А тройка мечей, если смотрите, здесь может быть тоже касаться тема отношений. Почему? Потому что вы как будто вот в начале месяца, вот именно в начале месяца ноябре, вы как будто узнаете какую-то правду. И вам это будет больно. Вы будете воспринимать очень болезненно. Потому что вы подумаете, что вас, знаете, даже вы подумаете даже как измену. Вам настолько будет больно, что вы захотите вот эти отношения обрубить, потому что вы посчитаете, что с вами неправильно поступили. Следующая карта для вас, мои дорогие стрельцы, на середине месяца, это карта императора. Карта императора все показывает то, что вы должны контролировать эту ситуацию. Вы должны относиться строже. Почему? Потому что вы сам хозяин. Вы сам хозяин вашей жизни. Вы должны понимать, если что-то вы узнали про какую-то измену, или даже вы, если может быть то, что вы изменяли кому-то, вы должны понимать, что все-таки это болезненно. Все-таки эту правду все-таки человек узнает. И это не будет как бы... хорошо. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середину, это и пятерка жезла. А пятерка жезла, середина, пока что у вас могут быть конфликты. Может быть, у вас будет конфликт. Здесь смотрите, почему? Потому что кто-то, может быть, специально захотят, чтобы вас, знаете, вот на эмоции, чтобы вы конфликтовали, чтобы вы обрубили даже эти отношения, знаете, чтобы вы специально сами это сделали, а не кто-то другой. Следующая карта вот на середине месяца, мои дорогие стрельцы, это карта суда. Но после, все-таки после этого у вас пойдет это возрождение. Вы заново, у вас, даже если вы узнаете, даже это болезненно для вас будет, даже это вы воспримете трудно, вы все-таки пройдете, потому что у вас это должно, вот знаете, даже свыше это вам дано. Вы должны это пройти. Самое главное здесь, чтобы вы не горели изнутри, вот именно, чтобы это ваше внутреннее состояние, знаете, что вам ничего не хочется. В середине месяца ноября говорится не конфликтовать ни с кем. Вот здесь может быть еще касаться, может быть у вас середина, может быть касаться тема то, что у вас может быть какой-то мужчина вот на конфликты, чтобы вы, знаете, вот... Но это, смотрите, потому что вы можете потерять вашу энергию. Не то, что а именно то, чтобы вы устали. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие стрельцы, для вас.
Это паш кубков. Вы должны возрождаться заново. Вы должны заново вот именно себя чувствовать. Даже то, что если больно, даже то, что вам тяжело, вы должны уже понимать, что конец месяца ноября это у вас идет заново. У вас обновление идет. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие, это карта туз жезла. Берите жезл в ваших руках. Если вы понимаете, что даже те отношения, у которых, это не для всех, у которых есть сейчас стабильные отношения, и вы понимаете, что что-то ваша интуиция подсказывает, что что-то вам, вас кто-то специально вот вводит на эти эмоции, что вот специально что-то делаешь для того, чтобы вы реагировали, не, ну, ну как бы, чтобы вы не в хорошем форме вот реагировали, чтобы вы конфликтовали, здесь говорится, берите жезл, и если нужно обрубить, обрубайте. Это все зависит от вашей ситуации, которая у вас происходит. Следующая карта, мы возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшая сила подсказывает. А тройка жезлов. Тройка жезлов, делайте ваш выбор. Все-таки высшие силы говорят, вам в конец месяца нужно будет сделать выбор. Быть в тех отношениях, быть там, где вы находитесь, или не быть. Все только от вас зависит. Вот здесь, конечно, это общий расклад, мои дорогие стрельцы. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на экране. Козероги, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас – карта императора. Карта императора показывает, что на начало месяца ноября нужно, знаете, больше ваша уверенность, больше ваш контроль, больше ваша даже, знаете, вот строгость. Но здесь, знаете, то, что здесь строгость может быть, но здесь умеренно. Вот именно начало месяца, мои дорогие козероги, для вас. Следующая карта мы посмотрим. Это четверка кубков. А четверка кубков что говорит? Высшие силы вас поддерживают. Вот только вот, знаете, контролируйте то, даже то состояние, те мысли, те идеи, те действия, которые вы хотите вот на начало месяца делать, здесь нужно как бы контроль. Почему? Потому что высшие силы вам поддерживают, высшие силы вам дают помощь, но вы должны сами брать это. Вы как будто не хотите вот это брать, вот, вот какую-то ответственность даже здесь. Следующая карта, мои дорогие, для вас на начало месяца, козероги, это карта суда. Карта суда, знаете, здесь может быть то, что у вас идет новое, знаете, вот возрождение. Даже после того, что вы горели изнутри, то, что даже вот какие-то перемены в вашей жизни происходили, но они должны были происходить это свыше, потому что высшие силы нужно было, знаете, даже каждый человек, знает, ошибается ну, в жизни. И здесь нужно было как будто искупление какой-то вины. Знаете, почему? Потому что здесь как будто показывает, что именно вот может быть начало месяца вы как будто ситуацию какую-то не будете контролировать, даже здесь можно сказать, вы как будто не захотите это, вы не будете брать вот это ответственность в ваших руках. Но высшие силы говорят, даже то, что если вы горели изнутри, вот все-таки нужно было это пройти, это у вас, вот именно началом вот на месяца ноябре. Следующая карта для вас, мои дорогие козероги, на в середине месяца это карта девятка кубков. Знаете, ваше благородство, знаете, ваше изобилие, знаете, ваше внутреннее спокойствие, оно есть. Как вы решили, так нужно будет сделать. Знаете, вы как будто не соглашаетесь ну, с другой мнением или с другой решением, то, что вы как будто то, что вы думаете, я правильно это сделаю, я это правильно решил, и мне это нужно так сделать. Но здесь нужно, вот говорится, не нужно быть эгоистом, нужно как-то все-таки вот чуть-чуть отпускать вот что-то из вашей жизни. Почему? Потому что, чтобы вы что-то не потеряли. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, козероги, десятка пентаклей. А десятка пентаклей говорит, чтобы не потеряли именно вашу это стабильность, именно не потерять ту, ну, ту работу, которая на данный момент есть у вас, в вашей жизни, или те отношения вот стабильные, которые, или даже то, что вот именно семья, вот то, что вы должны какие-то уже, знаете,
предпринимать какие-то действия и осознать даже то, что вы горели изнутри, даже то, что, знаете, в жизни бывает такое, что нужно как-то это, ну, нам пройти, вы не должны останавливаться, потому что высшие силы вас поддерживают на начало месяца, но вы должны понимать, что тоже ваша стабильность от вас зависит. Следующая карта для вас, мои дорогие козероги, на середине месяца – это королева мечей. Королева мечей говорит, относитесь хладнокровно. Если вы понимаете, что что-то сделали и что-то сделали неправильно, вам решать. Потому что вы хозяин вашей жизни. Вы решаете, быть на том месте или в тех отношениях, или не быть там. Стоит вам это сделать или не стоит, это только от вас. Но здесь нужно вот именно включать именно вот, знаете, внутреннее состояние, вот хладнокровнее относиться. Не эмоционально, а вот именно то, что вы должны больше осознавать, вот то, что вам правильно сделать. Вот почему? Потому что здесь можете, вот даже если вы что-то сделаете, вот какой-то шаг в начале месяца, сначала обдумайте, потому что здесь придется вот, отвечать за это. Все-таки в нашей жизни мы всегда отвечаем за наши действия. Следующая карта. Здесь можете отвечать именно по отношениям. Вот. Следующая карта на конец месяца. Это семерка пентаклей. Взращивание новых идей. Вот в конец месяца относитесь вот хладнокровнее и начинайте взращивать новые идеи. Знаете, даже если вы начнете делать какие-то новые шаги, какие-то новые действия, знаете, что вас это приведет это к успеху. Если здесь может касаться еще тема детей, то что вам нужно вкладываться именно какие-то финансы, именно то, что детям вот то, что вот именно, знаете, как бы, чтобы они больше развивались. Вот как будто здесь еще может сказать по этой карте то, что вам все-таки придется это, потому что это к успеху вас приведет. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца. Это семерка мечей. Но смотрите аккуратно, потому что у вас могут быть люди, которые могут по-хитрому может вас обмануть. Но здесь это может быть не те люди, которые из вашей семьи, но здесь это люди, которые вы допускали близко к себе. Или вы рассказывали что-то вот именно о себе. Вот то, что именно касается вот вашей стабильности. Мы возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывает, мои дорогие козероги. Императрица, получение своих плодов. То, что вы посеете за весь месяц, то и получите. Вот именно в конец месяца. Вот чтобы вы не отвечали за какой-то грех из вашей жизни, сначала думайте. Вот то, что посеете, то и пожмете. Вот совет для вас именно высшие силы. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Что вас ожидает? И первая карта для вас – это карта Паш Пентакли. Паш Пентакли показывает, что вам нужно будет, знаете, в начале месяца обучение какое-то пройти. Или на данный момент вы решаете, вот, что вы хотите поступить какое-то, знаете, обучение вот, пройти. Но все-таки вы сидите на месте. Вы здесь как больше думаете, больше вы хотите, но никакие вы стоите на месте. Но здесь вот именно уже начало месяца ноябре для вас, мои дорогие водолеи, говорить, уже пора сделать этот шаг, а не стоять на месте, потому что вы можете потерять вот то, что вы никакие движения вперед не делаете. Следующая карта на начало месяца – это карта двойка кубка. А двойка кубка здесь почему? Здесь, знаете, вы должны поверить вот внутреннее ваше состояние. Почему? Здесь еще говорится, что начало месяца, знаете, у вас есть гармония, у вас есть спокойствие. Вы доверяете ваше внутреннее состояние, вы слышите ваш, знаете, ваш именно зов души, то, что вам говорит, и вы
пора уже в начале месяца сделать уже это движение вперед. Следующая карта, мои дорогие, для вас на начале месяца, Водолей, это шестерка Пентаклей. В начале месяца, может быть, нужна будет какую-то помощь, или вы будете обращаться, чтобы вам помогли. Здесь может еще будет для некоторых Водолей, здесь может быть какие-то финансы касаться. Знаете, то, что вы можете решить какой-то, знаете, кредит брать. Здесь тоже есть такое, это самое. Но самое главное то, что я могу сказать, что в начале месяца высшие силы дают вам эту руку помощь. Они вас поддерживают. Следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие Водолеи, это пятерка мечей. А пятерка мечей что у вас? Почему вам может быть понадобится какой-то даже вам какой-то помощь, не то, что вы кому-то помочь? Потому что вы стоите на страже порядке. Вы чего-то боитесь. Вы стоите в страхе. Вы как будто тянете какую-то вашу прошлую проблему, прошлое состояние, и вы думаете, что это может повториться. И вы можете опять вот кому-то вот то, что вначале, вот просить помощь, вот руку помощь, то, что вам нужна будет эта помощь. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие Водолеи, для вас туз жезла. Но туз жезла и говорится, не нужно бояться. Потому что, да, может быть, были люди, которые не хотели все хорошее в вашей жизни, но они, у них не получилось. Почему? Потому что здесь, благодаря вашей этой стремлению, благодаря вот именно вашей этой стержне, что вы двигаетесь вперед, то, что вы не боитесь, то, что вы хотите вот, продвижение вперед, то, что вы должны вот, бороться за что-то ваше, даже если это касается работы, даже если это касается отношений, здесь нужно вот середине вот именно не тянуть вот это прошлое, а брать жезл в ваших руках и идти вперед. Следующая карта, мои дорогие Водолеи, на середине месяца, это шестерка жезла. А шестерка жезла говорит, чтобы одержать эту победу на середине месяца, вот, решите эту вот именно вот прошлое. Хотя эта проблема в прошлом, но вы ее тянете до сих пор. Вы боитесь до сих пор. Вы не уверены в себе, то, что вот может оно, то, что у вас было, она может повториться заново. Здесь, смотрите, держите эту победу вот на середине этого месяца, держите эту победу, потому что здесь в шаг влево, в шаг влево, вправо, это вы можете потерять вот именно контроль. Здесь нужно вот именно держать вот это равновесие для вас. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие Водолеи, это карта Паж Кубков. А Паж Кубков говорит, научиться заново даже любить, научиться заново, знаете, то, что даже то, что было в прошлом, это в прошлом. Это нужно оставлять в прошлом и научиться заново жить. Почему? Потому что не нужно тянуть все, что было в прошлом. Если у вас что-то, какая-то, знаете, какие-то перемены были в жизни, то они должны повториться каждый месяц или там каждый день. И нужно вот научиться заново все это сделать в вашей жизни. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, это, знаете, для того, чтобы вы опять вот в конец месяца не ощущали вот это именно боль, то, что вам вот именно тяжело, то, что вам не хочется ничего, что у вас это не получается даже в работе, в отношениях, что здесь может быть то, что может быть в семье, вот то, что у вас что-то не получается, вы должны научиться заново все это сделать в вашей жизни. И поэтому вы должны научиться убрать вот именно эту боль. И, конечно, упала у нас карта, и посмотрим карта совета. А почему? Карта волшебника. Карта волшебника говорит, вы мастер в своем деле. Вы сам себя хозяин. Вы понимаете, что вам нужно. Высшие силы говорит, даже то, что вам придется пройти опять какие-то перемены или пройти какие-то опять какие-то испытания, вы это сможете делать. Потому что почему? Вы маг в своем деле. Вы знаете, неважно, чем вы занимаетесь, но вы знаете, как это решить. Вот здесь может быть то, что нужно будет с кем-то вот именно вот общаться, вот именно вот поговорить, вот, чтобы вы не тянули вот именно ваше состояние из прошлого. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.
Рыбы, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, карта волшебника. Вот начало месяца говорит то, что вы должны брать всю ответственность в ваших руках и начинать бороться. Начинать делать какие-то действия, потому что высшие силы дают эту вам возможность, дают, знаете, эту право, чтобы вы начали вот с действия делать. Здесь мне то, что нравится, то, что... Самое главное, что вы понимаете, что правильно нужно сделать. Вы осознаете, что как вам нужно, вот если вы начинаете делать какие-то действия в вашей жизни, вы уже осознаете, что это правильно вы делаете. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие рыбы, двойка жезлов. А двойка жезлов у нас идет здесь, может быть, вам в начале месяца будет вот дано, чтобы вы сделали выбор какой-то, но вначале вы все-таки не сможете сделать. Здесь еще я могу сказать то, что не для всех, но здесь по двойка жезлов может быть какая-то любовная привязка именно по магии, потому что здесь как будто вы или вы привязались к человеку, к какому-то мужчину, или вы привязываетесь к какому-то человеку к вам. Это только вот тоже вот это, ну, как бы это не для всех, но эта информация идет, и я могу ее сказать. Следующая карта на начале месяца – это двойка пентаклей. Двойка пентаклей здесь может быть то, что почему вы привязываете человека. Или вас, именно по поводу каких-то финансов. Именно, чтобы не потерять вот именно эту стабильность. Чтобы вы были на том, знаете, вот, вы как будто даже вот по магии хотите вот привязать человека, именно даже любовное, вот касается здесь, может, и то, что финансы вы хотите, вы не хотите отпускать человека. Вы все-таки думаете, что это ваше, и оно должно быть это в вашей жизни. Следующая карта на середине месяца – это карта Солнца. Карта Солнца, я скажу так, что здесь вот именно середина месяца, может, у вас будет какое-то прояснение, может, какая-то правда откроется. Почему она откроется, знаете, здесь еще? Потому что как будто человек все-таки старается узнать какую-то правду. Здесь даже если для женщины, если для мужчины не касается, здесь тема магии однозначно видно. И здесь будет человек, который вот именно сделан вот этот, он как будто, знаете, будет просыпаться всего этого. Он как будто будет начинать какое-то прояснение. Он как будто даже понимает то, что здесь что-то как бы не то. Следующая карта, мои дорогие рыбы, на середине – девятка пентаклей. А девятка пентаклей дает вот именно ваше вот это бездействие. Почему это ваше бездействие? Почему? Потому что вы привязываете человека. Вы тоскуете, вы хотите, чтобы человек был рядом с вами, вы хотите, чтобы выйти вот эта стабильность, вот эти финансы не потерять. Вы это решили, что это правильно. Но это вам дает, что вы сидите в бездействии, вы не можете двигаться вперед. Следующая карта на середине месяца – туз мечей. А туз мечей говорит, вот середина месяца, ноября, пора уже это обрубить. Пора уже заканчивать, и если вы именно играете с вот именно по магии, то, что вы хотите одержать человека, то здесь уже высшие силы подсказывают вам, пора уже заканчивать. Пора это, знаете почему? Потому что вы можете здесь потерять сами. Вы здесь можете сами, вот именно вот ваша стабильность, именно ваша семья, именно вы можете даже эту работу, вы сами можете потерять. Но здесь только от вас зависит, и здесь нужно вот то, чтобы вы осознали, что вы, да, вы хозяин вашей жизни, но вы не можете других людей вот привязать к себе. Вот вы не можете других судьб вот решать, что они должны быть рядом с вами. Следующая карта на конец месяца – паж жезла. А почему вы это не понимаете, что это неправильно? Потому что вы не прислушиваетесь. Здесь может у вас быть какие-то подсказки, здесь может быть какие-то люди, то, что вам это может подсказывать, что вы неправильно поступаете. Но вы решайте, что это правильно в
вашей жизни. Вы здесь для рыб может то, что вы люди, которые, знаете, ваше эго не дает вам, чтобы вы отпускали человека, потому что вы решаете, что это правильно. Вы должны держать человека в семью, то, что это, ну, есть дети. Здесь может быть то, что еще манипуляция с детьми еще может, то, что вы можете делать. Следующая карта на конец месяца — это шестерка кубков. А почему шестерка? Потому что вы вспоминаете ваше прошлое. Конечно, ваше прошлое может быть что-то счастливое, может быть что-то хорошее. Но если пришлось это время отпускать ваше прошлое, вы должны это делать. Вы не должны вот жить этими воспоминаниями. Потому что если вы начнете вот прислушивать к какому-то совету, если вы начнете какие-то действия поменять в вашей жизни, знаете, вы можете вот, одержать эту счастье, вот эту радость в вашей жизни. Но то, что вы делаете, я здесь по этому раскладу могу сказать, что ничего хорошего, потому что вы стоите на том же месте, где вы находитесь. Вы не даете, вот, не отпускаете вот именно прошлое ваше. Следующая карта, мы посмотрим, что вам высшие силы подсказывают на конец месяца. Ваш совет — шестерка мечей. Шестерка мечей что? Вы или вы в конец месяца можете потерять вот из-за того, что вы делаете, силы, или человек, который рядом с вами, может потерять силы. И он, знаете, он ничего к вам не чувствует. Он, как знаете, вот может то, что понимает, что почему я здесь нахожусь, а почему я здесь вообще вот стою, потому что... Но почему? Потому что вы поступаете по-хитрому. И высшие силы говорят вам, для того, чтобы вы не потеряли, может быть, даже семью, даже те отношения, даже то вот именно финансы или то, что энергию, вы должны обрубить это, вы должны заканчивать именно вот этот период в вашей жизни. Потому что к магии не всегда хорошо обращаться, потому что магия вас может вот именно вот потерять вот эта сила ваша. Именно вот вы можете потерять энергию. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.